Да, не зря я эту пушку купил, не зря я эту пушку купил. Хорошая рогатка, слушайте, хорошая рогатка. А ты чё, бандюган проклятый, а? Дебил! Дебил! Чё думал, я с тобой не справлюсь? Великий детектив Эдуардо Пересиано с тобой не справится с каким-то хулиганом мелким. Так, ну смотрите. У нас тут такая проблемка, точнее не проблемка, а подарок судьбы, можно сказать. Бандита я грохнул, значит, можно сказать, я заслужил какое-то вознаграждение, да? Я защитил магазин, собственный какой-то участок какого-то компаньона моего, который куда-то потерялся. Я вообще не знаю, кто владеет этим магазином, но раз я заслужил вознаграждение, потому что я поймал вора, значит, я могу себе что-то забрать. Диван очень долго ломается, поэтому диван я не буду забирать. Заберу-ка я себе душик. И душик должен... Да вы заколебали. О, вот. Полотенце себе заберу, туалетную бумагу себе заберу. Все заберу. Пока тут нету никого, да? Нету продавца, нету еще кого-то. Я немного себе позабираю нужных мне вещичек, потому что дома у меня мало всего полезного. Радиатор заберу, отопление, чтобы отопление было. Так, что я еще могу себе забрать? А, шкаф у меня есть, шкаф я уже забрал, вазу я уже забрал. Ага, ага. Ну, еще немного что-то. О, да вот это заберу еще. Пару кресел заберу, нормально, нормально, ты валяйся, ты валяйся. О, сейфы. Сейфы мне, в принципе, тоже. Так тут еще деньги были, 6 баксов было. А, еще и золото тут есть. Дайте мне золото, пожалуйста, золото. Золото, золото. Да дайте мне золото, сейчас аномальные зоны, золото в воздухе. Вот. Замечательно. Все заберу. Покойся с миром. А, так продавца же нету, что я говорю, продавец, если вернется. Продавец, вот он. Ладно, покойся с миром. Так, все хорошо, надо идти вызывать такси. Хороший денек. Вора поймал, поймал вора. Хороший денек, ёпта. Ой! Дождик пошел. Как вкусная сигарета, ёпты, в этой серии. Ой, да, не зайду сюда, тут дождик. Ладно, надо такси вызвать, надо вызвать такси. Так, ага, Юбер-шмубер. Да, ждем такси, ждем такси. Да не той стороной, не той стороной. О, такси! Здорово! Здорово, мужик! Ой, сосиска чуть не упала, сигара. Здорово, мужик! Поехали. Ну, вези меня домой. Возле дома вот этого коричневого остановитесь, пожалуйста. Да. Возьмите сейчас деньги, да? Так, 2 бакса. Дебил дебилом. Что я могу поделать? Ой. Здорово, домишка, который джумпшут делал. Дебил тот еще. В общем, не зря я себе наворовал вот это все. Не зря. Потому что сегодня, господа, мы с вами сделаем генеральный ремонт. Генеральный ремонт у меня дома. Нормально мы все так сделаем. Не как тот проклятый джумпшут, который мне, наоборот, все испортил. Вот, нужно сделать... Двери там, где должны быть двери, а окно там, где должно быть окно. Дебил, джун-джун. Так, хорошо. Чего? Я услышал то, что до сих пор кто-то не знает, кто я такой, и кто-то сомневается, что я настоящий детектив, ёпта. В общем, в первую очередь, меня все называют Эдуардо Пересиано. А во вторую очередь, я самый великий детектив на этой планете. Не веришь, что я знаю все твои секреты? Хорошо. Самый банальный секрет. Я сейчас его расскажу. Если ты не поставишь лайк, то я спалю его твоей мамке. Все мы с вами взрослые люди, и у всех есть свои тайные желания и свои потребности. Я знаю то, что ты лазишь по тем самым сайтам 18+. Ну, хоть один раз ты точно туда заходил. Ну, я знаю, ну кого ты обманываешь? Я сам туда заходил первый раз, когда мне было, ну, где-то...
7 годиков, 7-8, ну что-то в этом роде. Ну кого ты обманываешь, да? Ну я говорю, ты можешь врать своей мамке, ты можешь врать своему бате, еще кому-то там, друзьям. Но детектив у Эдуарда Персена ты никак соврать не можешь. Я слежу за твоим компьютером. Я лучше, чем агент ФБР. Я через веб-камеру твоего телефона и через вебку за тобой каждый день наблюдаю. Кому ты врешь? Я вижу историю твоего браузера, как ты лазишь по этим сайтам 18+. Кого ты обманываешь, ёпни? Не надо. Не надо обманывать меня. Поэтому я знаю твой секрет. Ты сейчас такой в комментариях напишешь: «Нет, Эдуардо Пересиадо!» Чуть сосиска не подавился. «Нет, Эдуардо Пересиадо, это не мой секрет! Опять, фу, ты не лучший детектив, ты не угадал мои секреты!» Как вот эти гнусные хейтеры в комментариях мне вечно пишут. «Но мы-то с тобой знаем, правда, ёпты, то, что это твой секрет. И то, что ты лазаешь по таким сайтам. Не надо мне тут врать. Поэтому у меня есть номер твоей мамки. Если ты сейчас не поставишь лайк на этот ролик, то я расскажу ей. И покажу твою историю браузера. Как ты там лазишь на эти 18+. Так, вот эти всякие названия там вписываешь на английском. Big Dick 21 centimeters. Я это все знаю, поэтому не ври. Вот. А сейчас мы с вами приступим к ремонту дома. Мы все с вами убедились, что я настоящий детектив. Да, вроде больше никаких звуков и соплей нету, и воплей. Значит, будем с вами сейчас ремонтировать мой домешник. У меня есть много всякой мебели, не зря я вора поймал, я заслужил эту всю мебель. В этой серии сигара просто высший сорт. Так, хорошо. В первую очередь нужно это все передвинуть, потому что... Ну не гоже так этот джимшут дебил сделал мне аквариум в подвале. Так, хорошо, а где у меня вообще тут стол был? Стол у меня вот тут стоял. Вообще, мы наворотим тут делов. Наворотим тут делов, не то что этот джимшут дебил. Там пуктер меня. Неправильно вы, дядя, неправильно вы ставите! Неправильно! Ладно. Так, Часы я поставлю куда-то вот сюда. Дядя, перед... вы не туда, неправильно. Слышишь, опошник мелкий, уйди отсюда. Так, и часы у меня вроде большие. Дядя, я не знаю, как правильно поставить. Вы неправильно ставите, дядя. Где мой ремень, ёпка? Ты кто такой нахрен, а? Жопошник. Привет. Привет. Я дизайнер. Кого ты дизайнер? Какой ты дизайнер? Я дизайнер, вот, и вы неправильно ставите, неправильно. Слышь, малец, ты что тут вообще забыл, а? Ты кто такой? Я перфекционист, понимаете, я не могу, я мне не нравится. Кто ты перфекционист? Кто сатанист? Сатанист, проклятый! Нет, я не сатанист, я дизайнер. Окей, а мне в какую жопу это сдалось, такая информация? Кто ты вообще мне приводишь? Ты часы неправильно поставил, часы! Я их вообще еще не поставил, давай с этого начнем. Вот именно, ты их неправильно хотел ставить. А тебе это в какую дырку это пригодилось? В смысле, ёпта, это мой дом, чё ты ко мне тут пришел, а? Какая тебе разница, куда я часы поставлю в своем доме? Да, это твой дом, а я хотел тебе помочь. А чем ты хочешь мне помочь? Ты дизайнер, да, мелкий? Да, я не дизайнер. Я знаю, как правильно ставить, чтобы красиво все красиво. Ага, ты, наверное, как тот джумшут тоже обещает, то, что будет красиво. На самом деле, ни хрена, ёпты, красиво не будет, да? Я не знаю, о каком ты там говоришь, о каком-то джумшуте, но я знаю, как поставить правильно часы. Ну ладно, малец, давай зайдем. Иди сюда. Ага. Если ты мне поможешь нормально дом обустроить... Вот это что такое? Это что такое? Кто ты здесь там поставил? Какой ужас? Ужас? Да я так в шоке, джумшут дебил ванную поставил мне на книжные полки. Ну чё с этого придурка взять? Подожди, а почему у тебя холодильник ГДЗ? Вот и я у джумшута спрашивал. Джумшут, почему у меня холодильник в гараже? Он сказал... Он не знает, что мне сказал на это? Ну? Он мне сказал, почему? Я не спрашиваю тебя. Это я у тебя спрашиваю, почему. Знаешь, что он мне на это ответил? Чего? Почему? Прикинь, ёпты. Дядя, вы какой-то глупый дядя. Ладно, пойдемте. Это не я глупый, джимшут глупый, ёпты. Так, хорошо. Ну что, рассказывай. Ой, вот это смотри. Майнкрафт. Конечно, Майнкрафт. Ты любишь в Майнкрафт играть?
Майнкрафт, люблю Майнкрафт. Да я не удивлен, жопочник, конечно, мелкий. Так, смотри, у меня есть раковина. Давай я раковину куда-то вот сюда поставлю, мне кажется, тут нормально она смотреться будет, не? Нет, да, не сюда. Куда? Не сюда. Куда? Почему тут туалет? Джумшут, почему тут туалет? Джумшута тут нет, поэтому я также ни у кого не могу спросить. Ёпт, я же вообще забыл, что тут у меня Армагеддон на втором этаже мама творится. Мама дорогая. Мама дорогая, вот малец, я с этим с тобой полностью согласен. Так, смотри, кровать как мы с тобой поставим? Ну, в смысле, как... Так, кровать ставь туда, да. Угу. Кровать мы с тобой поставим вот сюда, да? Дизайнер мелкий. Да, да. Смотри, у меня есть еще ёпте, шкаф. Куда мы шкаф можем? Может, сюда? Нет, тут какой-то слишком огромный. А, вот сюда, смотри. Куда мы с... А тут камера раньше... Вот сюда, вот сюда, скап, вот сюда. Сюда? Да, ага, вот сюда. Он нормально тут будет? Ой, извини. Это малец, не путайся под ногами. Не путайся под ногами, малец. Давай, ставь скап. Так, куда? Сюда, да? А почему стекла нету? Тут Джумшут она. Малец, тут камеры были или я чуть не могу понять? Камеры были, они снимали, да. Они иди сюда, малец, иди сюда. Как тебя зовут вообще? Меня зовут Зенька. Зенька, смотри, Зенька, дверь, ёпты. Дверь на втором этаже для суицидников сделана. Вот смотри, выходит кто-то такой, ай, падай, я тут дебил. Джумшут, конечно. Я вам уже говорил, что вы какой-то глупый. Это не я, Джумшут глупый, я тебе уже так же это говорил. Дай я дверь сломаю. Да ёпта, дай я дверь сломаю. Давай. Сейчас. Давай. Вот видишь, дебил какой-то Джумшут. Я вообще не в курсе, почему это делает. Вон, смотри. В общем, что мы с тобой дальше будем делать? Пойдём на первый этаж, Да, пойдём. Ничего неинтересного. Пойдём на первый этаж. Вот смотри, вот эти и... Бочки мы с тобой тут оставим или нет? Ага, угу. Да? Нет! Нет. Ой, домай их, давай. Домаю. Да, надо сломать. Хреново они тут выглядят. Вот сюда. Дядя. Кого? Дядя. Да, вот сюда. А что тут у нас? Вот, да. Молодец. Да, бочки на самом деле можно вот тут оставить, да. Вот сюда. Ага. Бочки можно вот так. Слушай, это нормально, малец, то, что я уже половину сигареты съел. Уже почти всю. Дяденька, да. Кто мне такой доскатывает? Сигареты так плохо. Да доби. А, то есть ты не куришь? Еще бы, конечно, нет. А мне кажется, ты куришь. С чего вы взяли? Ты только что спалился, говорит. Ты сказал, что любишь сигареты. Я не говорил такого. Хорошо, ты смотри мне. Слышь, юный подаван, что такое, ёпт, я не могу понять, у меня не было камер в доме. Чё это за хрень? Появились как-то, вообще не понимаю. С твоим приходом они Так, подожди, засранец мелкий, подожди тут. Ой, дядя. Жопочник мелкий, собака сутулая. Ты видишь, что у меня есть? У меня ремень, ёпти, есть! Признавайся это! Ты камеры поставил, жопочник! Дядя, нет! Иди, дай сюда свою сраку! Иди сюда! На! Да ладно, я поставил, я! А ты шпион этих, да? Нет. Где мой калаш? Нет. Где мой калаш? Нет. Дядя, вы не так все поняли. Да. Вы не так все поняли, я видеоблогер. Хватит жрать пельмень жирный. Это шпион. Да кто тебя послал? Признавайся. Кто тебя послал за мной шпионить? Я видеоблогер. Это танк. Какой танк, ёпты? Нет никаких у меня танков на улице. Танк. Где ты там танк видишь? Танк. Планк. Это пранк. Пранк. Что такое пранк? Пранк. Что это такое, ёпта? Я видеоблогер, понимаете? Это пранк. А что это такое? Пряйте ваши... Сутка, сутка. Пряйте ваш свингерский сленг, не понимаю. Пранк какой-то. Я видеоблогер, это пранк. Ха-ха, мы вот это играли, ха-ха. Видеоблогер это... Дебилы, которые на свой YouTube, да, снимают?
Да-да-да, это я. Ай, ты один из этих дебилов. Я бланчик, бланчик. А что ты с этими камерами, дебил, ходишь в моем доме? Кто тебе разрешение давал? Где мой ремень? Да-да-да-да-да. Просто так, но это для видео. Это было смешно. Слышь ты, дизайнер юный. Иди сюда, нет, давай с моего дома! С моего дома шуруй, пранкер шуранный! Давай, почепиздил отсюда, давай! Это пранк, это пранк! Я тебе сейчас пранком кишки твои выпущу наружу! Дебил! Даже слов не могу подобрать, просто дебил! Я пустил его с надеждой, то, что это дебил сможет мне нормально тут обустроить дом. Он мне тут камеры понаставил. И все, что я сделал за этот сраный день, это просто стул сюда поставил. Все, пранк! Пранк, говорит. Ой, нет, сраку, дебил. Так, ремень, не знаю, пригодится мне, не пригодится. Если этот дебил еще захочет ко мне в дом прийти, то я 100% пригодится. Ладно, вечер, ночь на улице, на поспать. Ты испортил мне весь день, испоганил просто. Арбуз, арбуз. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Вы только посмотрите, что это за секретный проход. Это очень странный детектив, который живет в этом доме. Он вот так зацепит, а еще у него стоит холодильник, когда... Какой секретный проход? Чё? Кто? Вы только посмотрите на это. Это могила. Чё? Кажется, он кого-то закопал. Какой? Может быть, он убийца? Я даже не знаю. Слышь, жопочник, ты чё тут делаешь? Ты чё тут опять свои эти блогерские... Вот эту хрень свою тут рассказываешь? Какой секретный проход, да? Глупый твой дядя, глупый, я так вам говорил, что вы глупый, ха-ха, я лечу, там это компромат, компромат, камеры-то вы забыли убрать, какой компромат, малец, в смысле компромат, какой компромат? Я теперь все о вас знаю, я буду вас шантажировать, ха-ха, вам капец, понимаете, вам стопа. Ты меня будешь шантажировать? Да. Какой компромат у тебя, в смысле? О чем ты говоришь, дебил, а? Я знаю обо всем, что ты делал в своем доме и даже сегодня ночью, ха-ха! Подожди. Ты про эту камеру так... Ветрить, короче, я спать так хотел, потому что я забыл убрать. А что я сегодня ночью делал, мелкий засранец, а? Ой, вы... Сами видите видео, которое я так жду в интернете. Я ничего сегодня ночью не делал, тебе это все приснилось. Ну, ничего конечно, ночью конечно. Это не было, ничего не было. В смысле, какой компромат? А ну давай вали отсюда, дебил, иди в школу уроки, тут математику учи. Че ты тут взялся, видеоблогер, а? Пожалеете вы об этом, дядя, пожалеете. Если меня выгоните вам в зопа, я всем скажу, что вы тут чего-то делаете. Я ничего не делал, ничего не делал. Пошел отсюда нахрен! Где мой ремень? Где мой ремень? Сваливай отсюда, дебила мелкого кусок, давай! Я это вам покажу, дядя, я вам покажу! Стоп вам. Дрик, колотить. Это, конечно, все очень плохо. Но он просто, он мухлю, неправду говорит. Камера, эти камеры вообще рабочие? Я сомневаюсь. А чё я сегодня ночью делал? Я сосиску курил. Я секретный проход свой показывал, ёпты. Так я заколебался уже с сосисками плеваться. Секретный проход свой сегодня, ёпты, показывал. Господи, помилуй. Сам в начале серии это говорил, то, что я знаю все ваши секреты, кто там на 18+ сайты заходит и пишет там в поиске Big Dick 21 сантиметр, и сам сегодня туда же заходил. Ой, твою-то мать. Вот про что он говорил, вот что он меня спалил, то что... Ядрить, колотить! Нашел себе беду на голову этого мелкого дебила, а? Дебил! Да нет, он слишком тупой, какой компромат, ёпты, да, у него есть... Окей, у него есть компромат, как я курю сосиску, у него есть компромат, как я показываю свой секретный проход, и у него есть компромат, как я... теребонькал. Не, ну, нет. Да ничего не было, да не работает у него камера. Да, не. Забудем это как страшный сон. Пойду я дальше спать. Все, иди в сраку. Дебил мелко.
Да не, ничего у него нет. Да, успокойся, детектив, все нормально. Все нормально, главное, чтобы кошмаров не было. Детектив! 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 Иди, Каладин! Ты что ты делаешь, дебил мелкий? Кто тебя в дом пустил, а? Я договорился, я в тему. Алло. Все, теперь все узнают, как ты там ночью теребонькал. Кого? Я ничего не делал, теперь все приснилось. И что-то не спалил, иди в сраку, дебил. Я пошел какакунькать. Или пипипонькать. Так. Что ты тут забыл? Мне за ремнем пойти опять. Пойдем на улицу, детектив, пойдем. Нахрена мне твоя улица, у меня туалет в гараже есть. Пойдем. А чё? Пойдем. Ну, и чё? Ха-ха! Я договорился, отец, я спалю! Ха-ха! Я узнаю, как ты грибонькал. Нет! Дебил! Зачем ты это всем скинул, идиот?